самый ароматный летний напиток из доступных ягод. Малинку хорошо промыть холодной водой, в кастрюлю влить воду, всыпать сахар, помешивая, установить на большой огонь и довести до кипения. В кипящую воду добавить промытую малинку. Хорошо перемешать, довести до кипения. С момента закипания сделать небольшой огонь и готовить около 5 минут. Если на поверхности образуется пенка, удалить ее ложкой. Отключить огонь, накрыть крышкой, оставить на 8-10 минут. И можно подавать к столу.